Сказочный квест по поискам святого Николая, новогодние мастер-классы, подарки и сладкий стол от бельгийского и немецкого посольств. Волонтеры театра «Переселенцы» организовали в Крымском доме благотворительный праздник для детей из Донбасса. О чем просят чудотворца маленькие переселенцы, узнавала Анастасия Пугач. Пойдем на поиски святого Николая? В одной из киевских резиденций Святого Николая около 200 детей-переселенцев из Донбасса. Ребята ждут встречи с новогодним волшебником. Ему пишут письма с заветными желаниями. Мира очень хочется. Ну, всего хорошего, чтобы никто не болел. Я бы хотела конфеты. А что ты просишь у Святого Николая? Я ему пишу поздравления. А с чем ты его поздравляешь? С днем рождения. Сделать новогоднюю открытку, раскрасить праздничные часы. Здесь проводят мастер-классы для детворы. 8-летний Артем из Луганска вместе с друзьями учится делать куклу-мотанку. Традиционный украинский оберег. Я делаю куклу. У нас здесь был такой поменьше. Мы вот сюда его голову тут закрыли. Потом вот так вот брали меньший кружочек, вот так вот и его заматывали. Организовали предновогодние гуляния волонтеры театра «Переселенца» и детской театральной студии «Халабуда». Куратор проекта говорит, празднование Дня Святого Николая уже традиция в театре. У нас куча мастер-классов различных, где дети смогут тут делать какие-то поделки, какие-то сувениры и так далее. И в финале они все-таки придут в гости к Святому Николаю, увидят, где он живет, его комнату. И Святой Николай всем, кто хорошо себя вел, подарит подарки. Десерт от национальных бельгийских кондитеров. Такой сладкий подарок привезли специальные гости резиденции Святого Николая. Дипломатическая миссия Королевства Бельгии в Украине. Наш вклад в этот замечательный праздник – это наша возможность продемонстрировать солидарность с переселенцами из Донбасса и Крыма. Мы знаем, как трудно им начинать все заново, на новом месте. Как отец пятерых детей, я понимаю, что чувствуют дети, которым пришлось покинуть дом. При этом они видят еще и переживания родителей. Представители посольства Германии в Украине подарили детворе шоколадные наборы. Так что все маленькие переселенцы из резиденции Святого Николая ушли с подарками. Это кто? Анастасия Пугач, Александр Максименко, телеканал «Донбасс».